Работникам школ искусств и тренерам увеличат зарплату, заверил губернатор. По словам Александра Карлина, эта мера поможет повысить уровень дополнительного образования детей. Дополнительным образованием мы будем заниматься. Одна из задач у нас в ближайшее время, это мы уже сейчас этим занимаемся, это повышение заработной платы педагогам, которые занимаются дополнительным образованием. Мы особо будем поддерживать детских тренеров, которые занимаются с детьми, приобщают их к здоровому образу жизни.